ж, ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студію академік, віце-президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук Анатолій Пешко. Вітаю вас. Добрий вечір. Та адвокат адвокатського об'єднання «Могильницький» та партнери Сергій Ковальов. Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні у нас спецтема. Отож, з 1 лютого в Україні стартувала державна програма доступних кредитів. Вони хочуть відкрити або розширити бізнес. Але де взяти гроші? За ініціативою президента, уряд розпочав програму доступних кредитів для бізнесу. У кожного є шанс отримати до 1,5 мільйона гривень на термін до 5 років. Як потрапити до програми? Зайти на сайт 579.gov.ua, заповнити та подати заявку. Отримати кредит в банку-партнері програми. Доступні кредити. 5, 7 і 9%. Скористайся шансом вже зараз. Теж хочете отримати пільговий кредит? Тоді дивіться уважно нашу програму. Ми розкажемо, чи дійсно доступними є доступні кредити. Про які юридичні пастки не розповідають чиновники, коли заохочують підприємців отримувати легкі гроші? Як мінімізувати власні ризики при кредитуванні? Про це і не тільки. У спецтемі Prime Аналітики. Пільговий кредит. Отож, в принципі, тема кредитів для нашого суспільства, я думаю, що дуже така широка, і проценти за цими кредитами в нас в Україні завжди були дуже значними. От, пане Анатолію, а от як ви можете прокоментувати такі ініціативи уряду? Вони реально щось змінять, чи це все теж якась цікава презентація, під якою немає підґрунтя економічного? Знаєте, от в початку... До вашей передачи, пока шла предыдущая программа, мы вот с вашим гостем вместе стояли и как раз обговорили эту тему. Ну и вы знаете, вот наша точка зрения совпала абсолютно, хотя мы как бы первый раз видим друг друга, но мы сразу поняли практически из полусловия, что вся эта программа, все эти разговоры, это не больше, чем фейк, не больше, чем попытка, популистская попытка президента и правительства, ну, показать, что вот они что-то делают для бизнеса. Ну, понимаете, во-первых, по факту мы имеем действительно то, что практически удовлетворено только 0,6% потребностей людей в этих кредитах. Наверное, 500, понимаю. Да, то есть меньше 1%. Это первое. А второе, что... Так это и понятно, потому что откуда могут взяться дешевые деньги, если у государства идут постоянно дорогие заимствования? Если, смотрите, облигации государственного, внутригосударственного займа, они продавали с доходностью до 20%, даже полугодовых, потом перешли на 20% годовых. Да? Сейчас, спустя практически год, потеряв почти 685 миллионов долларов, денег нашей с вами, да, налогоплательщиков, они перешли на 14%. Угу. И все равно это 14%. А как можно дать, беря деньги в кредит под 14%, а выдавать людям под 5%? Ну, как это можно делать? Тоже интересное питание. Это же сразу возникнет дефицит бюджета. Он и так колоссальный, это дефицит бюджета. Прошлый год мы закончили с дефицитом бюджета 100 миллиардов гривен. Январь закончили с дефицитом 17,3 миллиарда гривен. И февраль мы закончили с дефицитом 13 миллиардов гривен. У них дякую. Постоянный дефицит. Откуда деньги? Я вот это поясню. Дякую, дійсно, пане Сергій. Тобто, дивна якась ситуація. Фактично, ми бачимо, що у ОГЗ Україна займає гроші під там 13-12%, а ми зараз бачимо програму уряду там 5, 6, 9, 10, там, Петро, Марічка та Русланчик, ну, що це? Я в макроекономіці розумію зовсім немного, тому я буду говорити о юридичних аспектах цієї програми. Значить, дійсно є постановлення Кабінету міністрів, дійсно
на бумаге создан механизм, и действительно он даже частично работает. Только вот цифры говорят о себе сами. Если 0,6% удовлетворенных заявок, то есть вот статистика последняя Минфина, за месяц было подано более 15 тысяч заявок, и из них кредитов заключили аж 7 банков на 7 банков 97 за месяц. Это ничего. Ну, в масштабах страны это ничего. Почему? Потому что легкий этот кредит, он только на словах, вот как на картинке красиво пришли, получили. На самом деле, что имеет человек после того, как он заполнил заявку? Если большинство отсеивается сразу, почему? Потому что это на самом деле обычный кредит в плане обеспечения его. То есть точно так же под сумму кредита человек должен дать залог, ипотеку, свое имущество. Либо поручиться за него третье лицо должно, но конкретным ликвидным имуществом. Угу. То есть это машина, которая быстро продается, золото, дом, квартира. Ведь не и только... цена на это повинна быть покрытие ниже, должно быть, конечно, кредит. Больше. Меньше 100% точно банк не берет покрытие от стоимости кредита. Никогда. Берет больше. Плюс оценивает банк это все дело. Оценка, естественно, за ваш счет, за счет заемщика. И, естественно, банк оценивает у аккредитованных у него оценщиков, по какому принципу, давайте на всякий случай оценим меньше. Потому что издержки на принудительную реализацию в случае невозврата, то есть реально, если квартира стоит у вас 100 тысяч условных единиц, то ее оценят там в 70 в лучшем случае, а то и в 50. А кредит выдадут, на 50 выдадут, да, под эту сумму выдадут на 50. Поэтому львиная доля заявителей сразу отсеивается. Просто они не получают даже вот этот счастливый документ, проект договора. Это проект простого договора, 10 шрифтом на 42 страницах вместе с приложениями. Угу. Это вот такой простой кредит, который они, ну, банки даже не выкладывают у себя на сайте. Почему? Потому что краще людям его, да, лучше его не видеть. Там. Лучше видеть уже, когда для тех, кто хотя бы проходит, ну, сетку вот эту, да, то есть кто может обеспечить себе кредит. Ну, а он, скорее всего, большинство из тех, кто может дать в залог высоколиквидное имущество, этот человек, а, не нуждается в кредите на таких условиях, б, он имеет возможность обратиться к юристу-адвокату и разобраться в рисках. Да? Щоб прочитав йому доступно цей договір. Да. До речі, щодо ризиків у цьому договорі. Ну, начнем з рисків, хорошо, тоді хорошим потім поговоримо, формальній часті. Давайте сразу з рисків. Главный риск, когда нам говорят, что государство вам компенсирует, на самом деле, да, оно компенсирует, но вот на уровне документа под названием «Постановление Кабинета министров». Да, там вот написано, что государство компенсирует. Действительно, есть создан фонд развития предпринимательства, через него проходит бюджетная компенсация этих процентов, но на самом деле вот договор, да. Вот от имени банка и вот от имени заявителя. То есть две стороны в этом договоре. В этом договоре нет третьей стороны государства. Угу. Да, в нем предусмотрено, что вам часть процентов за вас компенсирует государство. Но также в нем предусмотрено, что если в течение полугода фонд не компенсировал банку проценты, то это ваш долг. То есть вам дается обычный кредит под 20 с чем-то рыночных процентов. Там, угу. Ну, в каком банке какой процент вам определили. Вот. И говорят, что ну, часть процентов до вот этой планки 5-7-9, разницу, соответственно, 15-17, там, компенсирует государство. Опять же, нет у государства денег завтра, вам не компенсировали банк, ну, по сути, 4 основных банка, там подключились уже и 3 коммерческих банка, но основные заемщики это Укргазбанк, Приват, Ощадбанк и Укрэкзимбанк, это государственные банки. Ну, вот скажите, государство само собой будет судиться? Ну, если у него есть выбор, судиться за эту разницу в процентах самому собой, ну, то есть разные карманы государства. Это Госбанк, это фонд государственный, да, там, созданный государством. Естественно, государство выберет вариант взыскать с вас. Держава не сторона договора, то каким чином в принципі, можливий суд. Тобто, як можна принести договір у суд і сказати, мені винна гроші держава, ну, суддя подивиться договір, сторона банк, сторона, за, хто брав гроші. Правильно, що, ну, все логічно. Єдине, ну, мабуть, будуть попытки зацепитися за постановлення Кабінету міністрів, де написано, що государство щось там должно. Ну, тут также четко написано, что господдержка осуществляется в пределах госфинансирования. Все. То есть, что это означает? Сегодня мы вышли за эти пределы, нет денег по факту в бюджете, не компенсировали фонду. То есть, если півроку держава не виконує свои зобов'язання, ці всі гроші, які держава не доплатила, фактично вони автоматично лягають на
того, кто взял цей кредит. Я правильно розумію? Да, да. И человек, который рассчитывал как раз за счет этих сэкономленных 15% сначала выходить в ноль, а потом зарабатывать что-то, да, он это все будет отдавать. То есть, ну, как по мне, лучше сразу понимать, что ты идешь на 20%, да, рассчитывать как-то бизнес-план делать, чем сегодня пару месяцев поплатить там 5-7-9%, а потом понять, что тебе немножко недоплатило государство. Далее еще интересней. Оценивает, ну ладно, хотя бы фонд, который компенсирует на первой стадии, оценивал, да, тебя как заемщика. Там ведь на самом деле в этом постановлении еще целая сетка условий. Ну, это, если действующий бизнес, это прибыльность, это покупка только, ну, на определенные вещи, мы дойдем до этого, дается кредит. И вот, вот эти все критерии, если пройти на первом этапе, да, ну, казалось бы, все, я прошел, с банком подписал договор, ну, фонд, как-то банк должен с фондом согласовать этот вопрос. Uh-huh. На самом деле банк просто уведомляет фонд. Фонд потом может провести проверку. И если по мнению фонда окажется, что вы через сетку проведены банком неправильно, то, естественно, с вас потребуют все назад. Ну, это стандартно. Любую соцпомощь у нас можно получить, а потом потребуют у вас ее назад, потому что что-то там какой-то чиновник не досмотрел и безосновательно вам ее выдал. Вот. То есть такой еще риск присутствует. Поэтому, если мы говорим о том, что ну, уж сильно хочется взять и получается пролезть через эту сетку, то я бы рекомендовал людям обращаться сразу в фонд со своим пакетом документов параллельно и просить письменный ответ. Вот, пожалуйста, скажите, а я подхожу? Подхожу я под ваши критерии? Да, и если фонд ответил да, тогда ставить подпись под договором. Ну, идя на сознательный риск того, ну, вот тот риск мы не уберем никак, что завтра у государства денег нет и никто компенсировать не будет. Ну, наверное, 97 договоров за месяц на всю страну – лучшее подтверждение моим словам. Дякую, у нас есть телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Доброго вечера. Это Харьковская область, дед Михайло. Мне все-таки кажется, мы все умные вещи говорим, но при этом у нас глаза закрыты. Вы посмотрите вокруг себя, что с нашей экономикой. Не пора ли нам вернуться туда, где у нас все было на высоте? И медицина, и экономика, и люди были все на местах, не разъезжались. И социалка была на высоте. Ну, почему мы не можем повернуться назад и стать тем, кем были? Выше всех была экономика среди республик. Это нам нужно вернуться, быть с Россией. С Россией мы всегда были на высоте. Выше не было. Понимаете? А сейчас как оторвались от России, все пошло, покатилось в пропасть. Вы хоть глаза откройте, посмотрите на цифры, на дела, а не на слова. Будем мы менять правительство, будем мы кредиты, это мы смешим всех и всех вокруг нас. Поэтому еще раз, наше спасение только в дружбе. Зрозуміло ваше питання. От, пане Анатолію, а от дійсно, якщо ми подивимось на от, розірвану кооперацію між Росією та Україною, чи може Україна якимось чином економічно розвиватися без Російської Федерації? Ми розуміємо, навіть зараз при складній ситуації на Донбасі, Криму, в Криму, все одно Росія, навіть попри санкції, попри якісь дурниці, які понаводили політики вже, вона все одно найбільший торговий партнер, не дивлячись на все це. Да, ви правильно говорите. Дело в тому, що вот за те годы, с 91 года, когда ну, националисты украинские начали вести политику на отделение Украины от России, Белоруссии, то есть от славянских народов, это в конечном счете привело под предлогом того, что они все едят наше дерьмовое сало и так далее. Вот. И ты видите, это закончилось тем, что оказалось, что никто в нашем сале особо и не нуждался. И не нуждается сегодня, как вы видите, да? Как практика показывает, что и доплачивали. Конечно. Я вам скажу другое. Когда-то Россия производила где-то порядка 50 с чем-то миллионов тонн хлеба. Ну, зерна разного, да? До 60 миллионов. Это еще 90-е годы. А на сегодняшний день Россия производит порядка 130-131 миллиона тонн хлеба. Видите, она за эти годы совершила рывок более чем в два раза. Украина в 90-м году производила самое большее, это где-то порядка 50-51 до 52 миллионов тонн хлеба. А самое большее, чего мы достигли за годы независимости, это
были годы вот, правления Азарова, то есть это где-то 2012-2013 годы, еще по инерции 2014 год, что посевная прошла в 2013, вот, когда мы получали урожай до 58 миллионов тонн зерна. Но все равно мы нарастили всего лишь на каких-то там даже не 10%, а меньше, да? А Россия нарастила за это время агропроизводство где-то порядка на 150 почти процентов. И причем они нарастили это не только в растениеводстве, они точно же рывок сделали и в животноводстве. Это самое правильное, что они сделали. То есть они и подняли и птицеводство, и они подняли и крупнорогатый скот, и молочное направление, и мясное. Поэтому Россия сейчас себя полностью обеспечивает всеми продуктами питания. Ну, разве что за исключением бананов, там, ананасов и так далее. Понимаете, да? То есть она действительно не нуждается сегодня ни в томатах турецких, ни в каких других таких продуктах, которые можно выращивать на территории Российской Федерации. Вот вам простой пример, как ушла далеко вперед Россия и как мы отстали от России, да и вообще-то от всего мира. Но я хочу сказать другой момент, что вот именно в 2010-2013 году Украина впервые вышла на мировые рынки и заняла там такие достойные места. Мы практически вышли на первое место по экспорту подсолнечного масла в Европе. Мы вышли где-то на второе-третье место по экспорту нашей пшеницы твердой, да, и где-то на третье-четвертое место по экспорту кукурузы и ячменя. То есть, видите, мы стали реальными конкурентами для европейских производителей. Это при том, я хочу обратить внимание, что в Европе никто аграрный сектор не обкладывает никакими налогами. Я это много раз повторял. У них нет ни налога на прибыль, у них нет ни налога на добавленную стоимость, НДС так называемый. У них нет вообще налога. У них есть только налог на зарплату и налог на дивиденды. То есть, если ты хочешь взять деньги на личное потребление, вот тогда ты с ней должен заплатить да, вот эти два налога. Понимаете? И более не то, и ничего. Помимо этого, у них идет прямое дотирование аграрного сектора. Я не раз повторял, что в Евросоюзе, вдумайтесь, 30% всего бюджета направляется на дотирование агропредприятий. И, соответственно, развитые страны, такие как Германия, например, Франция, Италия, они получают от 700 до 925 евро на гектар, как Греция, например. Да? И на сегодняшний день Германия является основным экспортером аграрной продукции в Евросоюзе. Практически вся агропродукция Евросоюза закупается в том в Германии. Дякую. Знаете, да? Дякую, зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас в ефірі. Вітаємо вас в ефірі. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. К вам обращаюсь, я живу в городе Києві. І вопрос к гостям в студії. У мене во многих людях є депозити в банках. Если же по такой низкий процент, который сейчас сбивает Зеленский вниз, и люди начнут забирать свои депозиты, так откуда государство будет, извините, заставлять коммерческие банки давать кредиты, когда инфляция в стране обалденная идет? Процент у нас должен стоять, как в АКБ «Михайловский». 23% годовых. Надеюсь, вы еще помните такой АКБ «Михайловский»? Помню, помню, да. Так, так, сумнозвісний. Добре, зрозуміло, да. Пане Сергій. Я можу відповідати на цей вопрос, тому що я розумію, що адвокату трудно відповідати на такі вопроси. Смотрите, вот этот мужчина, он где-то прав, конечно, да? Уже у людей не осталось другого пути повысить как-то свою доходность, да, увеличить свои доходы и улучшить уровень жизни, как ну, не положить деньги, скажем, на депозит. Да. Но проблема даже не в процентах. Проблема в том, насколько покупательная способность этих денег высокая. И не теряется ли она
тут период, после деньги лежат на депозите. Понимаете, да? Дякую. И тут нет, и тут один важный момент. Понимаете, как раз это проблема в том, что в нашей стране вообще, это нонсенс, по большому счету, да, облагается налогом доходы людей с депозита. То есть мы платим, люди, которые кладут деньги на депозит, платят подоходные налоги, военный сбор. Смотрите, иностранцы, которые заводят деньги под облигации внутри государственного займа, заводят, получают миллиарды доходов и не платят ни одного налога. Нету ни одного налога. То есть чисто спекулятивные операции не облагаются налогами. А вот честные заработки людей облагаются налогами. Угу. Понимаете, да? Цікава вот история. Вот ответ на вопрос. Дякую, зрозуміло. От, пане Сергію, а от як ви вважаєте, якщо такі низькі проценти, можуть люди взяти цей кредит і покласти його в той самий банк на депозит? Ну, не все так плохо, на самом деле, в этой истории. Таким чином мати 2-3-4% у рік. Ну, це ж очевидно, що відсотків по гривні там можна добитись від банку 12-15%. А там, якщо кредит отримати під 9, там 5-8-9, ну, гарна бізнес-схема, як ви вважаєте? Да, Нажирин, на самом деле не все так плохо. Предусмотрительные у нас законодатели, люди... То-то кабине... потребно не в той самой банке, а якісь інший. Не-не-не, все еще сложнее. Вот как раз мы коснемся того, что, ну, понятно, кто-то все равно захочет судьбу испытать. Скажет, ну, 97 же получили, я доверяю государству, несмотря на все дефолты предыдущие, несмотря на то, что наших родителей государство обмануло. То-то скакаты награбляют. Да, это наше, это прям наше, да, я все равно хочу взять. Тогда нужно понимать следующее, и это одновременно ответ на ваш вопрос. В ответ зрителя по поводу возможного заработка на этом кредите. Однозначно нет, потому что четко предусмотрен порядок, что банк оплачивает, кредит выдается путем оплаты поставщику твоему основных средств. То есть первое, кредит целевой. Он выдается только под основные средства. То есть это не просто так тебе дали, ну вот развивай бизнес как хочешь. Ты должен прийти и сказать, я конкретно хочу купить эту кофемашинку здоровую, вот эту хочу купить. Или я хочу купить автомобиль, чтобы возить там, или мотоцикл, чтобы ездить там по городу, развозить пиццу. Что угодно, но это основное средство, средство производства. И не тебе в карман, а поставщику этого основного средства идет кредит. Более того, ты должен показать свою платежеспособность и заплатить, и сказать, что 20%, если у тебя бизнес здесь, действующий, или 30%, если с нуля, платишь ты сам. То есть показать платежеспособность. То есть, ну, эта схема не пройдет сразу. Отвечаю, соответственно, ну, раз тебе деньги на руки не дают, ты не можешь пойти их и положить. Озвученная цель – это модернизация средств производства, ну, там, и помощь предпринимателям. Да, цель хорошая, благая, но если бы эти кредиты получали, ну, там, хотя бы 10%, 20% от заявленных, да, их получают, да, 0,6%, это говорит о том, что люди ожидали совершенно другого, да, то есть людям за все рассказали, но забыли рассказать о том, что приготовьте ипотеку, ну, имущество для передачи его в ипотеку, в залог. Это забыли рассказать. О том, что государство может не заплатить, об этом забыли рассказать. А так, ну, вот такое основное. Более того, есть ряд отраслей, на которые не выдаются. Кредиты – это отрасли, прямо предусмотренные в законе о поддержке, господдержке предпринимательства, как такие, которые не поддерживаются. Ну, продажа алкоголя, там, торговля оружием, ну, такие сферы, скажем так, которые государство традиционно не поддерживает. То есть в этой сфере вы, в принципе, не можете рассчитывать на получение кредита. Также вот интересный момент, что в теории сказано и о стартапах. Но вот до сегодняшнего дня банки, опять же, вот постановление Кабмина – это хорошо. Но опять же, конечная инстанция в этой истории – банк. То есть банк, там, где банк согласен с условиями, которые им государство предложило, по сути, постановление Кабмина – это публичное предложение государства к банкам к сотрудничеству. Но банк должен принять это условие к сотрудничеству, сказать, да, оно меня устраивает. Вот банки на сегодняшний день к стартаперам относятся не очень. Они говорят, не-не-не, должен хотя бы год ты проработать и быть прибыльным. Твой бизнес, тогда мы дадим тебе кредит. А ссылались они на то, что нет еще каких-то подзаконных актов в банке. Но на самом деле не нужны под это подзаконные акты. Закон, постановление Кабмина дает четкую вилку, и тем можно давать кредиты. Просто банк не хочет. Ну, стартаперов, повинно будет еще нерухомость. Им в принципе не дают. Вот до сегодняшнего дня им в принципе не давали. Да, вообще. Даже под эту программу нет. Не, под 20%, пожалуйста. Приходите под 20%.
25% рыночные суммы. А кредиты, пожалуйста, тогда не под эту программу, тогда все проще. Там меньше отчетности. Потому что здесь еще нужно отчитываться, что ты по-целевому использовал, что ты создаешь рабочие места под эту программу. Потому что если мы говорим 5-7-9, это тоже на самом деле для бизнесмена разница. На 4% как раз люди зарабатывают. А как вы вымеряете? Кому 5, кому 7, кому 9? Рассказываю эту формулу. Значит, 5 сразу не дают никому. Дают или 7, или 9. 5 становится, может стать не раньше окончания первого квартала. То есть первый квартал ты платишь под 7% годовых. То есть платишь какую-то часть тела кредита, ну, суммы долга. И часть процентов на остаток долга в размере 7% годовых. Проходит первый квартал, если заемщик создал 2 рабочих места и более, то он получает дисконт от 7%, получает 2% вот этих, до 5% понижается. Это, короче, официальные трудовые. Да, да, официальные, конечно, с отчислениями не менее минимальной, не менее чем с минимальной заработной платы полной в фонде. Соответственно, 7% дается тем, у кого прошлогодний оборот перед займом был от 0 до там, 25 миллионов гривен. Тем, у кого от 25 миллионов до 50, дается 9%. Тот, у кого 9%, может понизиться дальше, как в первом, так и в последующих кварталах, на 0,5% за каждое созданное рабочее место. То есть, чтобы 9%-нику понизиться до 5, ему надо целых 8 рабочих мест создать. Если первый квартал не успел создать рабочие места 7%, то со второго квартала ему тоже надо создавать по квоте 0,5% за одно рабочее место. То есть 4, соответственно, уже рабочих места. Там есть механизм? Да, да, да. Это все прописано. То есть в этой части банки поддержали, ну, как бы перенесли, по сути, условия, которые правительство предложило, перенесли в договоры. Ну, как бы до момента выплаты банку, да все равно, пожалуйста, хоть под 0%. Банку еще проще, ну, заплатит им государство. Процент. Просто банк неблаготворительная организация. Никому просто так банк давать ничего не будет. Им, пожалуйста, если платит государство, хоть все. Но если через полгода вы нам не заплатили проценты, полгода мы ждем. Не заплатили через полгода, со стороны банка все очень логично. Мы перевыставляем вам, вы не платите, мы идем в суд. Вы не платите, мы забираем ваше имущество. То есть, ну, да, схема проста. Мы зараз маємо еще один телефонный звонок у студии от нашего глядача. Вітаємо вас в эфире. Добрий вечір. Добрий вечір. А я в ефірі, так? Слухаємо вас, поставте своє запитання. Ну, я хочу запитати вас, коли вже нам постановилися з цими вішанням лапши на вуха, оцими кредитами з цими, і все одно нічого не вийде. І хотів по-другому сказати. Ваш гість там розказував про Росію, що там Росія не нуждається ні в чому. Правильно він не каже, тому що Росія переживає за своїх людей. А у нас Америка чи Євросоюз там, чи хто там, ринок відкрили собі, щоб до нас толкати цю гадость, як то кажуть. А наше, щоб не виробляли. І живіть, як хочете. Так же? Об'ясніть, коли воно все кончиться? Дякую, зрозуміло, пане Анатолію. От, якщо подивитись на цю ситуацію, дійсно, ми закрили намагалися закрити ринки з Росією. Дуже багато підприємств з цього постраждало. Хтось закрився, хтось скоротив виробництво. І ми зараз фактично відкрили ринок Євросоюзу і маємо збитки з цього в реалі. А нам казав Яценюк в рекламі, що в нас буде щастя, там пенсія по 1000 євро і дуже багато цікавих та кумедних наразі речей. Ну, на самом деле, конечно, ми не маємо таких больших убытков от открытия рынка с Евросоюзом, но просто я хочу сказать, что рынок Евросоюза не потребляет тот объем нашей продукции, который когда-то потребляла Российская Федерация. Россия потребляла в последнее время более 60 миллиардов долларов в год продукции нашей. А сейчас, насколько мне известно, где-то уже упал товарооборот с Россией где-то до 30-20 миллиардов долларов. А в то же время у нас вырос товарооборот с Евросоюзом действительно где-то порядка до 20 миллиардов долларов.
Но, понимаете, рынок Евросоюза, он очень ограниченный. Они пускают только ту продукцию, для которой она не будет составлять конкуренцию для их внутреннего производителя. А продукция, которая может составлять конкуренцию для их внутреннего производителя, они, естественно, на свои рынки не пускают. Ну, видите, они заботятся о своих гражданах, они заботятся о своем бизнесе. А наши правители, они абсолютно не думают ни о своих гражданах, ни о бизнесменах, ни о ком. У них свои какие-то политические интересы и личные меркантильные интересы. Вот если бы мы, вот человек говорит, когда это все закончится? Ну, когда закончится? Ну, когда найдет, народ выберет нормальную власть, нормального президента, нормальный парламент, а тогда, естественно, сформируется нормальное правительство. Вот тогда это все и закончится. А пока мы будем сидеть и ждать, ну, все говорят, давайте подождем, пока Зеленский научится что-то делать. Mm. Ну, я, во-первых, не уверен, что вообще научится. Это первое. А во-вторых, вы хотите, вот, если вы попадаете в операционное отделение, да, в хирургическое отделение, и вам надо делать операцию. И вам говорят, знаете, вы подождите, мы вас пока оперировать не будем, пока наш хирург научится нормально оперировать. Чтобы, если он сейчас начнется вас оперировать, то исход будет однозначно летальный. Вот Украина находится где-то примерно в аналогичной ситуации, да? То есть нам рассказывают, вы подождите, Зеленский вот-вот научится управлять государством, начнет понимать что-то в экономике и так далее. И пока мы будем ждать, я боюсь, что исход для государства будет такой же летальный, как для того пациента, который попадет в такую ситуацию. Угу. Дякую, зрозуміло, пане Сергію. Якщо бачите, якщо ви дивитесь на цю програму уряду, як ви можете їх охарактеризувати? Це позитивні ініціативи? І чи можливо цю було програму зробити більш дієвою, більш наповненою і більш там аргументованою? Можливо, там, якщо ми знаємо, є такі от захищені статті бюджету. Ну, щоб не люди, які не понабирали цих кредитів, не попали у дуже скрутне становище, якщо держава перестане робити кроки назустріч. Тобто, це, я так розумію, не захищена стаття бюджету фінансування цієї програми. А якщо що держава ще фактично може зробити для того, щоб хоч якось стимулювати цей напрямок? По большому счету, об основных вещах, об основных проблемах я уже сказал. Их, по-моему, уже достаточно, чтобы говорить о том, что программа пока состоялась только в виде презентации. То есть вот 97, еще раз говорю, цифра на самом деле говорит за себя. В масштабах страны это, считайте, ничего. 97 выданных за месяц кредитов. Это когда максимальный ажиотаж. Это когда максимально подогрели эту тему, то есть и медийно, в том числе там весь январь рассказывали. Тут вот, наступные месяцы будут там 10, скорее всего, 15, будет меньше, кредитов. Потому что, ну, идет молва, да, то есть сидели там три товарища предпринимателя. Один говорит, а я верю. Они говорят, а не иди в банк. Говорит, нет, я верю, я пойду. Пошел, получил отворот-поворот, эти двое уже не пойдут. Ну, то есть будет падать уже, скорее всего, наплыв. Да, сейчас вот дали новую, как сказать, пытаются дать новую жизнь. Это гарантия, это второй пункт, второй, о нем почему-то меньше говорят. Второй способ поддержки государственной – это гарантии. То есть вместо твоей ипотеки и залога за тебя что-то гарантирует государство. И прописано вот до 50% это действующему бизнесу, до 80% стартаперам. При этом пунктом ниже написано, что реально выплачивает государство банку до 25%. Внимание, вопрос. А насколько уменьшит порог вот этот обеспечение банк? Вот не больше, чем на эти 25%, на которые оно, банк реально вправе рассчитывать от государства, если ему не заплатит заемщик. Соответственно, ну, как по мне, что государство может сделать? Или что-то делать, или что-то не делать. Да? То есть лучше сказать честно, да, народу, что люди добрые, ну, надо подождать, надо затянуть пояса, но пока мы себе этого не можем позволить. Да? И не начинать, потому что, ну, вот эти 97 человек на страну, это как, ну, это дразнилка, понимаете? На самом деле остальные люди остались за бортом. Вот. Или не начинать, или что-то делать реально. Хотя бы, чтобы эти 97, там, ну, завтра это станет 970 человек, пусть там через год, да, чтобы они чувствовали, что если государство сказало А, то будет и Б. То есть пусть государство будет стороной в этом договоре, чтобы представитель фонда подписывал его, чтобы представитель фонда анализировал сразу, а не потом.
Потому что, я, если интересно, я приведу, все говорят, а как, может, вы там дуете на холодное? Ну, я могу конкретный пример привести, на что могут по-разному смотреть, например, фонд и банк. Да? Например. Вот, например, сказано, что не выдается кредит, в том числе, на осуществление строительства, реконструкцию, ремонт в помещениях, в которых субъект предпринимательства проводит основную хозяйственную деятельность, в скобках, кроме офисных помещений. Дело в том, что да, есть классический пример там производства, да, вот мы здесь там цех по производству вареников, и тут у нас офис, да, вот на цех мы даем деньги, на офис не даем, но это для классического производства. Есть еще у нас сфера услуг, да, в которой вот я, например, работаю, и тоже как-то, когда у меня офис, по сути, он же является и местом производства услуги, да, и также там рекрутинговое агентство, там, ну, много, большая сфера услуг тоже, да, и тоже в ней люди нуждаются. Понятие, ну, определение понятия вот офисное помещение, которое в законе о защите прав потребителей, ну, оно ни о чем. То есть нет четкого определения нормативного, да, чтобы в законе сказано, что такое офисное помещение. Каждый его будет трактовать по-своему. Я смогу убедить банк, банк мне выдает кредит. Говорит, да, это у тебя не в чистом виде офисное помещение, это у тебя средство, по сути, производства твоего офиса. Да, без него сложно привлечь клиентов, да, нужно сделать ремонт, вот тебе 1 000 000 гривен. Через полгода приходит представитель фонда, говорит, так это же у вас офис, а на офис нельзя давать. Ну, понимаете? Ну да, то есть разные могут быть взгляды. Должны сразу два чиновника с банка и с фонда посмотреть и поставить свои подписи и гарантировать. Дякую, зрозуміло, у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Да, Харків. Вітаю вас. Харків, Анатолій, мені 72 роки. Я хотів би подякувати вам за дуже велику роботу, яку ви робите для людей, особливо для простих, для тих людей, які мають такий середній достаток. І звернути вашу увагу, попросити вас від імені своїх родичів, от, сусідів з мікрорайону, от, людей багато дуже знаю, щоб ви проаналізували от таке питання фінансове. Чому держава до сих пор не віддає трудові заощадження людям, які вкладені в Ощадбанк до 90 року. Від Кравчук їх заморозив незаконно. Вони ж не приймали участь в інфляції там чи де. У нас і вини немає ніякої. Чому до сих пор банда злочинців, які при владі, 30 років не видають трудові зароблені гроші? Проаналізуйте, будь ласка, і може в наступних передачах якось зверніть увагу на те, що це треба зробити. І ніякі кредити людям тоді не нужні. У людей було досить грошей для того, щоб вирішувати сьогодні питання і бізнесу, і відпочинку, і лікування, і здобутки інші. Дякую, зрозуміло, пане Анатолію. Дійсно, якщо подивитися на те, чому не виплачували ці гроші, хто винний в першу чергу, я так розумію, винних ми вже не побачимо, але все ж таки. Ті, що якраз були раніше при владі, ну, мається на увазі перший президент Кравчук і другий Кучма, ну і всі інші. Так? Значить, звісно, вина в цьому однозначно є і государство, і по великому счету, дійсно, тим людям необходимо было бы не просто вернуть деньги, а произвести перерасчет по их покупательной способности и вернуть им такую сумму, которая бы отвечала той покупательной способности, которую они имели тогда. Ну, для понимания людей я поясню, что если вот он имел деньги на «Волгу» за четвертый, да, то ему надо вернуть столько денег, чтобы он мог купить или такую же 24-ю «Волгу», или хотя бы какую-то простую импортную машину. Эквивалентную машину. Так. Понимаете, да? Это понятно, и это необходимо сделать. Но это будет сделано только тогда, когда к власти придут адекватные, порядочные люди. Понимаете, да? Но таких людей в стране немного, а люди, народ даже не в состоянии никак разорваться. Так кто же порядочный, кто адекватный, кто разумный, кто опытный, кто профессиональный, кто может это сделать? Вот это беда нашего народа. Как им это объяснить? Я на сегодняшний день, для меня это тоже проблема. Я стараюсь, но никак это не получается. Понимаете? Это большая беда. Я бы хотел что добавить в плане вот кредитов. Вот мой коллега очень
разумно, доходчиво объяснил, но доходчиво объяснил для, в общем-то, интеллигенции. А простые люди, что такие высокие материи юридические, они не понимают и не знают. Я хочу более просто объяснить. Смотрите, мы могли бы выдавать такие кредиты вообще всем желающим, даже не избранным, а всем, да? Если бы у власти, опять же, стояли порядочные, честные люди. Ну, смотрите, вот сейчас, когда начали наезжать, ну, я и другие экономисты, да, начали открыто критиковать власть, начали открыто критиковать Национальный банк, председателя Национального банка, министра финансов Маржарова. Смотрите, вот сейчас она выпустила евробонды на 1 250 миллионов евро. Угу. И вы знаете, под какие проценты она их продала? По 4 325 тысячных процента. Вдумайте, 4 325 тысячных. А до этого брали ОВГЗ под 20%. Так, объясните мне, зачем же вы берете под 20% и отдаете деньги из бюджета, отдаете деньги людей, если можно взять деньги под гораздо более низкий процент. Причем вот эти евробонды они выпустили с довольно большим сроком обращения. Там до 20 или даже еще не до 30 лет. Очевидно, что там є корупційна складова, але я думаю, що при офісі прокурора понятно, і що здесь понятно, що здесь есть генерального, ми да, не побачимо якоїсь реакції. Є тут корупційна, безусловно, составляюча, но, понимаете, хоча власть будуть стоять люди, которые не хотят видеть этого. Ну, к сожалению, мы ничего не изменим, понимаете, да? Дякую, у нас є ще один дзвінок в студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, доброго дня. Доброго дня. Ну, от ваші глядачі там говорять, а як дружити з фашистами, якщо вони в нас стріляють? От як з ними торгувати, як вони вбивають російськомовне населення? Кажуть, ми захищаємо русських, русських захищаємо, а ці села, ну, розбомблені повністю. Я так розумію, це риторичне питання. Сформулюйте, будь ласка, своє питання чітко. Ну, як дружити з російськими фашистами, якщо у них стріляють ракети, запускають? Вбивають русських? Зараз все ж таки питання не по темі, тому що ми зараз якраз говоримо про кредити і економічну складову. Тому в нас і ми приймаємо наступний дзвінок. У нас ще дуже багато людей на лінії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Я прояснив, що в Естонії так називаємо доступу до доступних кредитів через приватбанк. Я вам хочу сказати, я співробітник виробника 20 років. Це цей саботаж банків щодо отримання цих грошей. Вимагають безліч основних документів, звітності та на світі, а потім користують своїм положенням, яке положення щодо рисків, яке написано в 21-й НБІ знаходиться, відмовляють без причини, не надають ці відповіді, навіть не дають собі відповіді, яка причина. Коли ми, я вимагаю одній, дайте якісь відповіді, на якій причині ви даєте відповідь, вони кажуть, питайтеся офіційно через почту. Тобто це чисто саботаж і фікція, яка существує от у піар-акції на рівні уряду з Зеленського. Дякую, зрозуміло. Пане Сергію, як ви можете прокоментувати цей саботаж, так розумію, банки фактично... На самом деле, вот этот звонок сейчас, это лучшее подтверждение того, о чем мы говорили практически час, да. То есть, если там до этого зрители могли сказать, адвокат сидит, дует на холодное, может где-то искусственно эти риски придумать. Ну, не может же быть. Ну, такая серьезная программа. Вот, простой человек позвонил, который пытался получить, я так понимаю, этот кредит. Столкнулся с тем, что его завалили там кучей
больших бумажек. Опять же, то есть вот такое впечатление, что тот, кто пишет эти положения и потом приложение к этим договорам, да, он с реальной, от реальной жизни оторван просто, то есть он не ходит по земле, да, то есть, вот, например, простой пример такой технический. Человек приходит и говорит, я на едином налоге, допустим, да, а его заставляют показать прибыльность прошлого года, а у него в принципе такого понятия, как прибыльность, нет, он не ведет бухгалтерский учет, он не платит налог на прибыль, он платит тупо с поступивших денег свои 5%, или там 3%, или вообще фиксированный единый налог. По прямой ставке, установленной там местными органами. Нет у него понятия прибыли. Тут, говорят, простые кредиты для всех, а ничего, что у нас большинство заемщиков – это люди на едином налоге. А они просто, получается, не попадают элементарно даже в таблицы в их, ну, вот в их формулы, которые они создали, понимаете? И, конечно, будут отсеиваться. Это вот один из тех людей, который не попал в эту счастливую статистику 0,6%. Живое подтверждение тому, что программа, мягко говоря, недоработана. И еще раз говорю, как такие программы, лучше никакие. Я во всем придерживаюсь такого мнения. Вот у нас тут по моему профилю собираются суд присяжных, как в Америке, создавать. Не начинайте. Все равно на него нет денег сейчас. Ну вот просто, ну надо как-то определиться, как вот в семейном бюджете, ну что у нас в приоритете, да, там. В приоритете сельское хозяйство, да, развивать. Ну давайте развивать сельское хозяйство. Ну, например, да, там, я не экономист, но лучше не начинать. Зрозуміло. У нас есть еще один телефонный звонок у студии. Вітаємо вас, в эфире. Так-так, вітаємо вас, в эфире. Ви в ефірі, вітаємо вас, слухаємо вас. Я так розумію, якась технічна затримка, але все ж таки так, говоріть. Так. Я так розумію, все ж таки немає телефонного дзвінка, але все ж таки, пан Анатолій, я думаю, що це навіть добре, тому що, от поясніть, чому у інших країнах, навіть якщо ми беремо Російську Федерацію, і там реально процентні ставки за кредитами нижчі, ніж у нас. Чому у наших українських банках такі високі ставки за кредитами, за депозитами навіть? Тобто чому фактично європейські компанії і компанії з інших країн, вони за рахунок того, що мають дешеві гроші, дешеві кредити, мають завжди конкурентне, все ж таки, конкуренти, вони більше захищені, вони мають преимущество, как это на русском языке. И здесь получается объективно, что вот что с этим делать? Вот как с вашей точки зрения? Вот смотрите, вот я буквально на днях прочитал статью такого деятеля Томаша Фиалы, наверное, вы слышали об этом, да? Это грантоид там. Это грантоид, который руководит Драгон Капитал, это инвестиционная компания, ну, которая раньше руководила Наталья Ерешко, известная всем, да, выпустившая так называемые ВВП-варанты, за которыми наша страна должна будет до 2040 года выплачивать не меньше там 20% от ВВП, если наш ВВП будет выше 5%. Да? То есть благодаря всему этому мы уже должны будем в 2021 и следующем году, в 2022, выплатить 12 миллиардов долларов. Это и проценты, и часть тела. Да? Значит, так вот, что я хочу сказать. В этой статье Томас Фиал пишет, что политика Национального банка очень правильная. Значит, вот такую счетную ставку надо держать, надо, чтобы была медленная инфляция и так далее. Но он, в общем-то, правильно говорит, как бы на словах, что действительно курс доллара должен иметь, курс гривны должен иметь такую легкую, плавную инфляцию, небольшую. Но он говорит, что курс Национального банка правильный. Поэтому он говорит, что гривна должна подвергаться плавной инфляции. Посмотрите, а что же у нас происходит? У нас же вместо инфляции происходит дефляция. У нас же доллар стоил 30 гривен за доллар, да? Ну, еще 28, где-то год назад, грубо приблизительно. А еще совсем недавно он уже стоил 22 гривны с копейками. То есть практически на 30% они сделали дефляцию. Дефляция, ну я так скажу так, чтобы все люди понимали, кто не экономист, что самое страшное для любой экономики, это даже не инфляция, это дефляция. Как это ни странно звучит. Почему? Потому что когда идет дефляция, растет себестоимость всех товаров. И за счет этого
мы становимся неконкурентоспособными по сравнению с товарами импортными ни на внутреннем рынке, ни на внешнем. И, соответственно, поэтому дефляция – это довольно-таки опасное явление для экономики любой страны. Поэтому, знаете, когда был мировой кризис, и все деньги начали переходить в Швейцарию, и в швейцарский франк, как наиболее стабильную валюту. Знаете, что сделала Швейцария? Для того, чтобы не повышать курс своего швейцарского франка, чтобы не было дефляции, чтобы не потерять свою конкурентоспособность на внешних рынках. Швейцария ввела отрицательную ставку по депозитом на швейцарский франк. Uh-huh. Вы поняли, да? То есть, если ты деньги меняешь в франки и потом пытаешься за положить на депозит или на счет, ты платишь не плюс, не тебе банк, а ты платишь банку 1 или 2 или 3% за то, чтобы отхранил твои деньги. То есть, ты теряешь деньги. Вот таким путем даже Швейцария боролась за то, чтобы не повышался курс ее денежной единицы. Представьте, так, если швейцарцы так поступают, значит, наверное, это правильный путь, а у нас дело совершенно наоборот. У нас идет дефляция, они ее еще поддерживают. И при этом этот Томас Фиала говорит, что монетарная политика Национального банка правильная. Так какая же она правильная? Я так разумею, все ж таки комусь це вигідно. И у нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас в ефірі. Вітаємо вас в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от таке питання. Так я, допустим, взяв приватбанк кредит, так? Так. І хочу його погасити. Йду в другий банк, дати бешу ті гроші, віддати. А мені їх не дають, тому що я там задовжений. Так, так. Ну просто я приходжу в оця банк, а мені не дають, тому що приватбанк я винен. Зрозуміло. Пане Сергію, як ви можете прокоментувати? Я так розумію, якщо так є один кредит, я так розумію, інші банки вже апріорі не дають інший. Ну, опять же, є така практика, чи практика, конечно, така є, і це абсолютно, ну, скажем так, понятная практика для банков. Банки столкнулись, сначала с риском повального невозврата кредита. Опять же, здесь проблема на проблему наслаивается, получается решение суда, потом их сложно исполнить. Банки, соответственно, закладывают эти все риски в стоимость кредитов. И дальше, опять же, политика Нацбанка, который устанавливает ряд критериев, чтобы кредит считался, если проще говоря, обеспеченным и правильным, если так простыми словами, да, то вот это один из критериев, если уже человек числится по базе данных не плательщиком, не своим должником, перед другим банком, банк вполне может ему отказать. А еще там він не числится боржником в плане, еще він добросовісний платник чи боржник? Нет, это не есть основание. Ну, вообще нужно понимать, что кредитные отношения, если они вот так не урегулированы, и это государство не поручилось выдавать всем, кто подходит под определенные критерии, это договор двух сторон. И он должен устраивать две стороны. Даже тот же Ощадбанк, у него государственный, он там номинальный. В отношениях с людьми он такой же, как частный банк. Он по тем же правилам, у всех есть один и тот же гражданский кодекс, свобода договора. В данном случае кредитные отношения, это не отношения, где есть так называемая публичная оферта, публичное предложение. Магазин вам только не может не продать, да, молоко, потому что вы ему чем-то не понравились. Если выставил молоко к продаже, продавай. Кредиты, это уже такие частно-правовые отношения, где как две стороны должны согласиться. Поэтому могу сказать, что здесь нельзя, можно говорить о причинах, почему так, но нельзя сказать, что действия Ощадбанка незаконны. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Доброго вечера. Это я, так? Так, я. Так, витаем вас в эфире, это вы. Я дуже дякую вам за цю передачу. Я дуже дякую вам за цю передачу. І пану академіку дякую за його сміливий виступ. Молодець. Дуже рада. За такі сміливі виступи це прям приємно, що так прямо в ефірі про це говорять деякі речі. І пане Сергію, у мене до вас запитання. Колись
Так, колись Ощадбанк вирішив віддавати хоча б 1000 гривень посмертних людям, які мали вклади в Ощадбанку. Уже 6 років пройшло, ні слуху, ні духу за цю нещасну 1000. А колись було 500 гривень, це насмішка над людьми, а люди мали на чорний день більшу суму. Дякую, дякую, зрозуміло. У нас хвилина до кінця ефіру і коротка ваша відповідь. Попросили не Ощадбанку государства, Ощадбанк був лише оператором. Тобто це гроші бюджетні повертались, тому що государство України – правопреємник там, у СССР, СССР в часті цих боргів. Да? А Ощадбанк – це всього лише інструмент. Тобто ну, фактично це проблеми держави, а не Ощадбанк. Ощадбанк это оператор, по сути, который просто раздает эти деньги, просто общая сеть большая по всему государству, это Госбанк, государству так удобнее. Он мог точно так же через Альфа-банк выдавать, ну там, или любой другой банк коммерческий. То есть здесь вопросы не к Ощадбанку, а к государству, это отдельная тема, почему не возвращают тут. Но вы верите, что держава будет эти кошти повертать? Нет. Але чесно. Час програми вичерпаний. Дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого.